The level of destruction here in Pisky is absolutely insane. Almost resembles somewhere in Syria, but this is a village in Europe that's been devastated by a conflict that's dangerously spiraling out of control. We're with the Dnipro 1 battalion, one of the other pro-Ukrainian volunteer battalions, and they're taking us to the village of Pisky, which is the closest Ukrainian position to Donetsk airport. This village has just been completely devastated by the fighting. Almost every building has been either shot up, had bits blown off it. The proximity of the village to the airport means that for months it's been coming under heavy shell fire. Since the Ukrainian military lost the airport, the DNR have been pushing heavily on this village, trying to take it from the Ukrainians. What effect did the loss of the Donetsk airport have on morale for the troops in this area? Я вам хочу сказать, что терминал не потеряли, а просто-напросто сложилась ситуация, что там уже бессмысленно вести оборону и негде вести оборону. Поэтому для сохранения людей оттуда были отведены, во избежание лишних жертв, людских потерь, оттуда были отведены войска. Но дух моральный это только укрепило. Go. The fighters here say they're attacked every single day, shelling and infantry attack. Jesus Christ. The shells are coming in so close you can actually hear the rockets drop. Didn't seem to bother him, but it's a pretty scary sound, that's for sure. No, massive, понял. Это походу, да, что-то есть. Раньше не было? Да не, вот понял, вот сегодня обратил внимание, поднял. Has the fighting here in Pisky got heavier since the DNR took the airport? Ну, честно сказать, она здесь не переставала быть жесткой. Ну, последнее время, как бы дня три, более-менее поутихло, более-менее. Но знаем то, что они ждут гумконвой, они его дождались 31 числа. Ждем подарки. What motivated you to join Dnipro and fight in Eastern Ukraine? Как добровольца, потому что я устал, конечно, смотреть весь тот ужас. Лично добровольное решение быть здесь, защищать свою страну. Как у нас в полку говорится, если не мы, то кто кроме нас? Ух ты, бля. Да ладно, чего расслабься. Свистит, сука. Хорошо. Давай выйдем на дорогу, постреляем в ответ. Альпинист, а что ты тут делаешь? Тряпки яичко. Насехано. А что это такое? Вот. Улетаемая осколочная граната. Охрена, блядь. Гранаты и пыль. Есть. Андрей, what's the situation here in Pisky at the moment? Мы называем это стабильно тяжелой ситуацией. Вот, то есть прошлые ротации не были так насыщены обстрелами, значит, боевыми действиями. В эту ротацию достаточно много работы и у ребят, так сказать, ну и собственного подразделения в целом. When the DNR attack this village, what are their tactics? Ну, они используют тактику ДРГ, вот, либо же на определенных участках, в принципе, которые мы более-менее уже знаем, вот, выдвигаются корректировщики под прикрытиями снайперов, ну и, ну, то есть своих подразделений, вот, отрабатывают наши позиции, передают координаты своим артиллерийским дивизионам, реактивщикам, которые затем работают по нам. And do you think you're fighting Russian regular troops here? Ну, если я скажу, что да, я буду неправ. Вот, для этого необходимо, так сказать, ну, физическое подтверждение данных вопросов. Скажу только одно, что вооружение, которое использует противоположная сторона, скажем так, вот, оно является как бы российским. The Americans are discussing possibly arming the Ukrainian with heavier weapons. What sort of weapons would you need here to defeat the DNR in eastern Ukraine? Ну, основная проблема это у нас противотанковое вооружение, вот, в первую очередь. То вооружение, которое позволит активно заниматься контрснайперской работой, прежде всего, то есть это высокоточные системы стрелкового оружия. Вот. Ну, в принципе, вот пока вот это вот основные позиции, которые необходимы.
So shelling is so close and constant here in Piski. You can hear the shell or the missile flying through the air. But that doesn't seem to bother the soldiers here. They're so used to the shelling. They've been here so long that they don't even flinch when it comes near. They only seem to move when they can tell it's actually going to drop real close. По два человека передержки. So you have to run across the main road. There's a sniper, just like that. The level of destruction here in Piski is absolutely insane. Almost resembles somewhere in Syria, but this is a village in Europe that's been devastated by a conflict that's dangerously spiraling out of control. Спокойтесь.